На отлично оценили готовность специализированной пожарной части номер 8 губернатор Игорь Рудени и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Как известно, главная задача этого подразделения – обеспечение безопасности Калининской атомной электростанции. Рабочий визит состоялся в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Губернатор Тверской области и глава МЧС осмотрели специализированную пожарно-спасательную часть номер 8 Федеральной противопожарной службы по Тверской области. Это подразделение располагается на территории Калининской атомной электростанции. Его сотрудники ведут контроль за профилактикой пожаров на КАЭС. У нас 11 подразделений, которые охраняют атомные электростанции. В принципе, по техническому состоянию это, наверное, самое лучшее в системе МЧС. Также Игорь Рудени и Евгений Зиничев осмотрели запасной пункт управления противоаварийными действиями, учебно-тренировочный полигон, который используется для подготовки пожарных к аварийно-спасательным работам. Кроме того, высокие гости посетили выставку мобильной техники. На базе века, а начинка внутри нашего российского. Это все наше российское. В принципе, а такая есть атомная машина? Такая же, да? Всего на данный момент на вооружении специализированной пожарно-спасательной части находится 17 единиц техники, в том числе уникальный автомобиль с функциями радиационной и химической разведки, которого нет на других станциях. Он предназначен для проведения дистанционного поиска источников гамма-излучения, ликвидации локальных химических аварий, предотвращения разлива опасных веществ, а также контроля и комплексной оценки радиационной обстановки.